Приветствую вас. Ну, смотрите, какая получается ситуация. Вы говорите, что у вас есть подозрение на определенную болезнь. И говорите, что хотели бы, чтобы мы вам помогли понять, так ли это или нет. Ну, на самом деле. Но не совсем понятно, как вы себе представляете это. То есть, ну, вы бы хоть описали, как у вас проявляется-то болезнь. А то совершенно непонятно. Подозрение на болезнь есть? А что сама болезнь, и как бы есть ли она, симптомы, проявление ее, как бы картина клиническая, если угодно, этого нет. Но мы-то ведь находимся где? На сайте. Мы-то ведь не знаем вас. Мы-то ведь не имеем представления о вас. Мы-то ведь не видим вас. Понимаете? Вот. Поэтому здесь как бы не очень ясна ваша позиция. То есть я понимаю, окей, вы хотите, чтобы мы вам помогли. Хорошо. Хорошо. Но как вы представляете сами себе этот момент? Как? Вот по вашему мнению, как бы мы могли вам помочь? Что бы мы могли сделать для вас? Вот. Ну, в условиях того, что мы вас не видим, в условиях того, что мы как бы не знаем вас, не общались с вами и так далее. Вот. То есть почему-то, именно к врачу вы идти не захотели по какой-то причине, да? Вот. Ну, в принципе, я вас понимаю отчасти, почему вы не захотели идти, ладно. Допустим, ну, так если вы не захотели идти к врачу, да, то как бы вы обратились к нам, как вы себе представляете, что мы вам поможем? Я просто хочу понять вас, я просто хочу понять, как бы, ну, как вы сами это видите. Вы или создайте еще один вопрос, где подробно все опишите. Вот. Ну, подробно опишите, что с вами происходит, как, когда это началось, там, и так далее. Чтобы мы хоть знали, чтобы мы хотя бы понимали, что с вами. Как вот правильно сказала моя коллега, да, что сперва нужно обратиться к психологу. В первую очередь. А потом уже все остальное. Вот. Но пока вы очень мало информации о себе предоставили. И либо вас это не волнует, то есть, ну, вам не так страшно, что, ну подумаешь, да, ну, есть подозрение, ну, и что, как бы. Вот. Либо вас это не волнует, либо вы это сделали просто для галочки какой-то, вот. Ну, в принципе, я вас понимаю. Но опять же, если вы сделали это для галочки, то и ответить мы вам можем, скорее всего, тоже только для галочки. Потому что нету информации. Конкретно. Вот. Нет информации. Какую-то вот. Которую можно анализировать. Понимаете? Вот. Так что либо допишите вопрос свой, или задайте новый.
Либо выберите психолога и с ним конкретно уже поработайте на эту тему. Вот. Ну, то есть у вас будет возможность получить психодиагностику. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!